Женщины созданы не для того, чтобы их понимали, а для того, чтобы их любили. А я хочу перемирить. Особенно, если речь идет о таких прекрасных девушках из вокально-инструментального ансамбля «Виагра». «Виагра». Сразу первый вопрос. Вот любить женщину – сложная работа. Что нужно делать мужчинам каждый день, чтобы они случайно не услышали? Ну, давайте загибать по пальцам. Мусор выносить, завтрак в постель приносить, что еще? Да. Смешить ее, радовать ее, дарить цветы. Да, загибайте другие пальцы. Поехали. Что любил нас и понимал по максимуму. Несмотря на то, что иногда я уставшая, либо начинаю капризничать. Утром, когда вы просыпаетесь, что вам помогает вот этот день прекрасный увидеть, расцвести, скажем так? Кофе и контрастный душ. Я по тебе так сильно скучаю. Я по тебе так сильно скучаю. Солнце в окне. Потому что, когда я просыпаюсь, понимаю, что мою квартиру освещает свет. Я понимаю, что жизнь прекрасна, и мне хочется очень много всего сделать, хочется заполнить максимально свой день и радовать себя и всех наших поклонников и фанатов. Забери душу назад, и важно это. Я на самом деле смотрел ваш инстаграм, Миша, я нашел такую фотографию. Прекрасные все фотографии. Ну как ты объяснишь это? Что за эксперименты над тобой ставят? Это творчество наших любимых фанатов и поклонников. Я обожаю на самом деле вот такие подобные всякие, как называется это, демотиваторы или что-то еще такое. Такие, в общем, народное творчество. Ой, очень здорово, ребята, делайте больше. Я буду выставлять ее в своем инстаграме. Без тебя.